28 декабря прошла общественная приемка двух дворовых территорий. На улицах Зубковой, дом 16/1 и Новоселов, дом 33. Было проведено комплексное благоустройство территории с детской площадкой. Дворы привели в порядок по программе «Комфортная городская среда». Здесь мы видим явный пример благоустройства дворовой территории, выполненной по программе «Комфортная городская среда», дворовой территории. Деньги выделялись из федерального бюджета с софинансированием городского бюджета. Сделано комплексное благоустройство территории с площадкой. У дома номер 33 по улице Новоселов было заменено асфальтовое покрытие, обустроена детская площадка, спортивная зона, высажены зеленые насаждения. По словам Алексея Лебедева, директора подрядной организации, все работы были выполнены в срок. Работы начали в 2017 году. Одним из первых из 17 отремонтированных в этом году двор Новоселов 33 были начаты работы одним из первых и закончены также. В начале июля уже основной комплекс работ был выполнен. Двор получился очень интересным. Достаточно быстро выполнены работы. Очень хорошее население окружало в процессе работы. Подсказывали, обменивались желаниями. То есть, все выполнено хорошо. Спасибо жителям. Мы очень рады были сотрудничать с ними. В администрации отметили, что в следующем году планируется обустроить еще больше дворов. И, конечно, особое внимание уделить междворовым пространствам, где планируют заменить асфальтовое покрытие, установить лавочки и сделать качественное освещение. Олеся Котровская, Олег Мусатов, телекомпания «Город».